Валерий Элли, супруга исполнителя роли Тарзана в телесериале 60-х годов, была убита накануне ночью в своем доме в Санта-Барбаре. Как сообщил шериф округа, вызванные на место происшествия соседями полицейские обнаружили 62-летнюю женщину бездыханной с множественными ножевыми ранениями. Подозрение сразу пало на 30-летнего сына пары Кэмерона, найденного недалеко от дома. По словам шерифа, молодой человек представлял угрозу, и его помощникам пришлось открыть огонь на поражение. По факту убийства начато расследование. Кэмерон Элли учился в Гарвардском университете, где выступал за местную футбольную команду. Последние 2 года работал охранником. Сам 80-летний Рон Элли, по последним данным, не пострадал, но в связи с пережитым потрясением был доставлен в местную больницу для обследования.